Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем делать с вами лаваш с фаршем в духовке. Нам понадобится одна пачка лаваша, полкило фарша. Я уже порезала одну большую луковицу мелко, соль и черный перец добавила, то, что мы будем перемешивать. Два помидора нам понадобится. Одна баночка сливок. Пол пачки тертого сыра или моцареллы. Каждую лепешечку лаваша мы должны намазать фаршем, разложить по всей лепешечке фарш и потом каждую лепешечку мы закручиваем в один рулетик. Вот так у нас будет выглядеть. И укладываем на противень, где у нас будет все это жариться. Так. Я уже порезала мелкими кубиками помидоры. Мы их тоже засыпаем сверху на лаваш. Вот так. И сейчас мы будем делать соус, который мы будем заливать наш лаваш. Нам надо баночку сливок, немножко соли, черный перец, и я обязательно положу мою любимую приправу, универсальную. Все это нам надо будет хорошо перемешать. Также я сюда добавляю пол баночки сметаны. И один стакан воды. Все это мы перемешаем, чтобы наша сметана разошлась. Заливаем аккуратненько лаваш. И все сверху засыпаем тертым сыром или моцареллой. Ставим в духовку разогретую на 180 градусов на полчаса. Так выглядит в духовке наш лаваш. Сыр уже плавится. Пахнет очень вкусно. Ждем дальше. Вот такой получился у нас наш жареный лаваш с фаршем в духовке. Красиво, хорошо поджарился. Сейчас мы попробуем. Очень горячая. Я подниму, покажу. Вот такой вот он вышел. Вот смотрите, что у нас получилось. Мягенький, вкусненький, пропеченный. Такой красивенький рулет, если вам видно. Вот такой вот он внутри слоеный вышел у нас. Получилось очень красиво. А запах обалденный. Все, с вами была я, Иринка. Ставьте класс.
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.